Алина Загитова и Тиффани Загорский познакомились в олимпийском сезоне на Гран-при в Китае. До этого Тиффани не знала, кто такая Алина, и очень удивилась, когда ей сказали, что девочке всего 15 лет. Легкий и позитивный характер Загорский помогал Загитовой не чувствовать 8-летнюю разницу в возрасте. Спортсменки стали делить номера в отелях на совместных соревнованиях. В свободное время они смотрели забавные ролики в интернете и много шутили. Загорский всегда поддерживала Алину и помогала ей оправиться от неудач. После провала в короткой программе на Гран-при в Японии в 2019 году Тиффани написала Загитовой слова поддержки. «Я сразу написал ей о том, что на ее первом взрослом этапе Гран-при она тоже была четвертой после короткой. Я сказал, что ты уже знаешь, что это такое. Ты уже была на этом месте, тебе надо просто выйти на лед и показать всем, что ты чемпионка». И она выдала шикарный прокат произвольный, заняла третье место и попала в финал, рассказала Тиффани. И хотя Алина уже больше года не выходит на лед, а Загорский продолжает активную карьеру, дружба между девушками не ослабевает. Тиффани с радостью посещает мероприятия с участием подруги и не перестает восхищаться ее талантом.